Привет, в этом видео мы научимся работать с декалями в Blender. Простыми словами, декаль — это текстура с прозрачным фоном, которая как наклейка лепится на 3D-объект, повторяя форму его поверхности. Декаль может здорово повысить детализацию твоей 3D-модели, при этом сэкономив количество полигонов. Какая это собака? Тестировать декали будем на простом шарике. Итак, прежде чем добавить декаль, удостоверимся, что включен аддон Images as Plans. На нем должна стоять галочка. Далее нажимаем Add. Во вкладке Image выбираем Image as Plans. Выбираем текстуру для нашей будущей декали и кликаем на Import. Будущая декаль благополучно добавилась в Blender, но чтобы увидеть ее текстуру, нам необходимо перейти в режим отображения материалов. При помощи инструмента вращения повернем плоскость так, чтобы она смотрела прямо на замечательный круглый шарик. Во вкладке «Работа с модификаторами» добавим модификатор Subdivision Surface. Кликнем на Simple. Затем поставим Layless Viewport на 3, чтобы позволить декали плавно повторить форму шарика в будущем. Снова нажмем на Add Modifier и выберем модификатор Shrink Wrap. Shrink Wrap. Тихо. В параметре Target кликнем на пипетку и выберем шарик. Теперь декаль прилипла именно к нему. Параметр Wrap метод меняем на Project, чтобы мы могли более удобно контролировать наложение декали на объект. Параметр Offset отвечает за расстояние между декалью и шариком, на котором она располагается. Расстояние между декалью и объектом обычно очень маленькое. При помощи инструментов перемещения, вращения и масштабирования мы можем изменять местоположение декали на объекте. Кстати, в описании под этим видео вы можете найти ссылки на интересные сайты с текстурами для ваших декалей. Теперь вы можете добавлять и применять декали везде, например, клеить картинки на кружку, добавлять разрушение и грязь на стены или красиво оформлять дорогу. Пробуйте. Пробуйте, модельте. И до новых встреч! Давайте лайк и сердечко.